Время все дальше уводит нас от трудных, но славных дней пробуждения Евангельско-баптистского братства в начале 60-х годов нашего века. Тихо и незаметно для многих уходят в вечность скромные герои веры, унося с собой важные подробности благословенного прошлого. Летопись христианства знает немало примеров того, как пробуждение, возникнув, скоро угасает, не обретя развития в последующих поколениях. Дух благодати, словно голубь ковчега, не находит места покоя. Все бывает залито мутными водами суеты, и тогда славная эпоха проходит. Мир, озаренный ярким светом благовествования верных, вновь погружается во мрак. Тогда миллионы бедствующих душ вновь с тоской ожидают своего Павла, своего Яна Гуса, Мартина Лютера. В наши дни верные мужи, прошедшие через горнило страданий, с тревогой всматриваются в лица молодых христиан. Будет ли им знакома победная поступь братства? Будут ли среди них Елисеи, жаждущие духа вдвойне? Серьезное и ответственное христианство немыслимо без того, чтобы каждый верующий знал путь Божий и неуклонно следовал по нему. Оставлены на этом пути следы праведника в наши дни еще отчетливо видны. Их еще не замело вихрем времени. Проследим же их путь веры. Это путь изгнания, презрения, многих потерь. Но это тот путь, по которому шел на Голгофу Сын Божий, роняя святую кровь. Только эта стезя доведет нас к вечному царству правды. После жутких репрессий 30-х годов Евангельско-баптистское братство представляло собой удручающую картину. До начала войны рассеянные дети Божьи жили в условиях постоянных репрессий и не имели возможности проводить богослужения. Из более чем 5000 зарегистрированных общин осталось всего 10. На 38-39 годах не оставалось ни одного молитвенного дома, ни одной церкви православной, ни одного костела, ни одного дома, где призывалось бы имя Бога. Какие дома разрушили? Какие закрыты на замок, какие-то превращены под склады, клубы. Словом, ни одного молитвенного дома. Говорят, что 2-3 молитвенных дома все-таки остались в нашей стране. И то для того только лишь, чтобы иностранцы могли прийти. И, казалось бы, все разрушено, да еще не просто молитвенные дома. Всех служителей уничтожили. Нет, не только служителей. Всю активную часть верующих уничтожили. Семьи узников христиан бедствовали. Непозволительно было проявлять к ним милосердие, протянув ломоть хлеба голодающим. За это можно было угодить в тюрьму. Только у Отца Небесного исчислены все страдания сирот и вдов тех ненастных дней. Но вот пришла война, повсюду щедро сеявшая смерть. Гонители на время отвлеклись от церкви. Бедствия и ужасы войны обострили религиозное чувство в народе. В это время повсеместно стали возникать группы верующих и даже образовывались объединения церквей.
Народ Божий, проходя в те дни горнила страданий, искал жизни в Боге. Жизнь пробивалась, как росток сквозь асфальт, крепла, стесненная бетоном и камнем. Братство возрождалось, несмотря на то, что официально оно не существовало. Недруги были в тревоге. Они поняли, что необходимо создать всесоюзный центр из служителей, надежных в отношении сотрудничества с внешними. Но где их найти? Большинство служителей находилось в лагерях и тюрьмах, и многие из них там встретили смерть. Тогда агенты пошли по рядам оставшихся в живых, стонущих от холода и голода заключенных служителей, и освободили тех из них, кто был согласен работать под руководством внешних. Так, в 1944 году был создан Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Если бы братство в то время могло понять, что происходит, оно молило бы Господа о защите и не допустило бы такой подмены. Но народ Божий, не будучи искушен в этом, со слезами радости благодарил Господа за вновь созданный союз евангельских христиан-баптистов, не ведая, что это была победа не братства, а победа над братством. Итак, мы видим, что ФСБ как союз не имеет божественного происхождения. Идея его организации была выношена в кабинетах органов, ведущих борьбу с церковью. Свобода томящимся в узах служителям предоставлялась только через согласие на тайное сотрудничество в деле низложения церкви. Вот так изначально были предрешены поражение и гибель церкви. Старшие служители, призванные быть домостроителями церкви, оказались ее разрушителями. Появившееся позже инструктивное письмо старшим пресвитерам и новое положение ФСБ были лишь закономерным выражением тайной, скрытой от народа Божьего, измены Богу. Эта пагубная проказа, поразившая сердце старших, стала быстро расползаться вниз по рядам служителей Союза. Трагедия усугублялась тем, что многие еще не зарегистрированные общины, желая укрыться от гонений под сень этого коварного убежища регистрации, заранее исполняли многие греховные предписания, тем самым оскорбляя Духа Святого. Помню, когда пресвитер подошел ко мне, я был в регистрированной церкви, и он сказал: «Николай Семенович, прошу тебя, не води детей в собрание». Какой ужас! И что не дольше вот живу, все вспоминаю и содрогаюсь, а он назывался служителем. Мы были в ужасе. Почему? Потому что во многих перестал осуждаться грех. Помню, как сейчас приехал к нам один из старших пресвитеров по области Киевской тогда. И посмотрел в собрании молодежь, братья, мало братьев, сестер больше, и говорит: «Сестры, можно выходить замуж за неверующих людей, лишь бы он не пьяница был, лишь бы не курящий», ссылаясь на место Писания: «Как знаешь, жена, не спасешь ли мужа». Из Писания мы знаем, что когда Дух Божий руководит церковью, она возрастает в благодати, проповедь ее успешна. Наше же братство старилось и вымирало. Если взглянуть на прежний состав наших общин, там нередко было 80% сестер и зачастую стариц. Мы были церковью в седине и морщинах. Нас скорее можно было назвать сестричеством, нежели братством. И причиной тому не обстоятельства, не необычайные условия, в которых мы жили. Наше сидеющее братство – это плод нашей измены Богу, нашего отступления.
Делами вождей церкви был отвергнут краеугольный камень нашего духовного здания – Иисус Христос. Ему, главе церкви, спасителю нашему, в деле руководства церковью предпочли его противников, и только их указаниями и руководствовались в деле Божьем. Мы же, не отваживаясь на коренные перемены, старались мелкими починками исправить пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, что поколеблены сами основы. Истерзанный бедствием народ, приближаясь к своему трагическому концу, вдруг находит своего вождя и пастыря, так и мы в бедствии своем воззвали: «Господи Боже наш!» Другие владыки господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. В 50-х-60-х годов братство подверглось тяжелому испытанию. Грубо подавляется свобода веры, полный запрет деятельности незарегистрированных общин, по всей стране массовые аресты, конфискация домов, предоставляемых верующими под собрание. Сотнями закрываются и зарегистрированные общины. За первую половину 61-го года было закрыто 300 таких общин. Всех Б считал, что при таких темпах навешивания замков все общины будут закрыты за 2,5-3 года. К этому времени в некоторых местах группы верующих, не соглашаясь с греховным укладом духовной жизни, уже отделились от общин. Такое разделение произошло в Ташкенте, Казани, Кишиневе, Омске, Барнауле и других местах. К тому же некоторые незарегистрированные общины, несмотря на трудный час, бодрствовали. Но в целом это не меняло бедственного состояния братства. Грех измены Богу проник в центр и был воспринят всем братским союзом. Поэтому и пробуждение должно было быть таких же масштабов. Именно масштабностью рассуждения и видением коренных причин общей беды и отличалась инициатива служителей Узловской церкви. Эта инициатива возникла не спонтанно, не вдруг. Дерзновенному кличу пробуждения предшествовало множество молитвенных борений, много слез и мучительных поисков. Так что уже к 1958 году сложились основные черты намечаемого внутрицерковного движения. И вот в апреле 1961 года пресвитер незарегистрированной Узловской церкви Геннадий Константинович Крючков ставит перед членским собранием вопрос о призыве верующих других церквей к молитве
и совместным действиям в деле защиты истины. Все собрание единодушно поручает Геннадию Константиновичу и другим братьям этот труд, горячо молится, благодарит Бога. Съезд нужен нам не для громких речей, а для того, чтобы собрались на него посланники церквей, слава Христова, взяли Слово Божье и склонились пред Богом и сказали: «Прости нам, всемилостивый Боже, ты видишь, как все худо в нашем служении, ибо многие служители отступили, и вот стенает от этого народ твой. Но мы пришли к тебе ныне, помоги нам принять решение, основанное на Слове Твоем и внушенное Твоим Святым Духом. Пошли Духа Святого к пробуждению народа Твоего, чтобы достичь чистоты и единства по Слову Твоему, чтобы мы и народ Твой готовы были к скорому Твоему пришествию, ибо не войдет к Тебе ничто нечистое». Возникнув, инициативная группа совершенно не имела намерения проводить съезд под своим руководством. Ее целью было ударить в набат. Служители инициативной группы считали, что окажутся в узах не позднее, чем через месяц после подачи первого заявления. «Пусть мы будем в узах», — говорили они, — «но братство пробудется, и всех Б при общей поддержке и молитвах сможет созвать съезд. Церковь сбросит иго человеческих постановлений, позорное ярмо будет разбито, а братство объединено». 13 августа 61 года инициативная группа посетила всех Б и вручила ему соответствующее письмо. Отступившие служители осудили предложение о покаянии и созыве съезда, призвав прекратить начатое дело. Поэтому через 10 дней по всем общинам было разослано первое послание инициативной группы. Для всех нас назрела необходимость в проведении съезда, где Церковь изберет руководящий орган из испытанных, исполненных Духа Святого служителей Господних, где выработаются мероприятия по очищению и освящению Церкви. Итак, начните подготовительную работу у себя. Было бы хорошо, если бы всей Церковью предстали пред Господом в посте и молитве и совершили очищение. Приведите свою жизнь в надлежащее состояние. Если не удается провести эту работу всей общине, то сделайте это в своих семьях или в отношении себя лично. Такая работа необходима каждому, чтобы иметь успех в духовной жизни и быть готовым к восхищению Церкви. Воспрянули духом скорбящие и молящиеся. Всюду радостно говорили, что Господь посетил народ свой. Братья призывали объединиться в молитве и ходатайствах. Весь народ Божий возвысил тогда голос к Богу, и Господь послал свой ответ. Невозможно даже выразить всех благословений и перемен, которые послал всему братству Отец Небесный. Бог положил на сердце написать братьям том предисловие к этому первому письму. Мы всякому, кто будет это читать, говорим: согрешили мы. Кто помыслит иначе, таковым мы свидетельствуем именем Господа. Нет вам с нами участки и жребия. Мы все оказались повинны тогда. И вот смиренный пост и молитва многих, раскаяние в личной нечистоте ухождения перед Богом. Потом, когда ты сам очищаешься, тогда яснее тебе видеть, в каких переживаниях живут твои братья и сестры. И призыв других тогда легче делать, когда ты сам очистился от всякой скверны плоти и духа.
Не все были рады начавшемуся движению. Всех Б. спешно дал указание пресвитерам отлучать от церкви всех несогласных с их курсом, а органы власти в судебном порядке расправлялись с ними. Служители всех Б. не только не высказали ни одного сочувственного слова в адрес страдающих за Христа, но первыми проявляли инициативу в гонении на верных христиан. По всему братству прокатилась волна разделений. В зарегистрированных общинах отлучали всех поддерживающих инициативную группу. К сожалению, во многих душах господствовал страх. Многие смирились с отступлением, так и оставшись в порабощении. Выдворенные из церквей верные дети Божьи и все те, кто не согласился с их отлучением, стали проводить богослужения отдельно. Нередко было так, что вся церковь или же большинство переходили в пробужденное братство. Множество незарегистрированных церквей также примкнуло к братству. Большой вклад для созидания церквей пробужденного братства внес старейший служитель Александр Афанасьевич Шалашов. Когда образовалась инициативная группа, он всей душой поддержал благословенное начало. Много молодых служителей было рукоположено им в начале 60-х годов. Ревностно подвязался в служении скромный труженик Божий, многолетний узник Сергей Терентьевич Голев. Он был исключительно тверд в следовании только по пути истины, а путь этот узок. Верность Богу заставила его навсегда расстаться со служителями всех Б, покорившими миру некогда святое братство христиан. Поэтому, порвавшись с некоторыми друзьями молодости, он без колебаний встал в ряды преследуемой церкви. Позже он был избран в ее духовный центр, сначала в оргкомитет, а затем и в совет церквей. Старцы Голев и Шалашов стали как бы связующим звеном между старшим поколением верных служителей и молодым поколением служителей пробужденного братства. В деле разъяснения истины Божьей в церквах Сибири и Дальнего Востока много потрудился благословенный служитель, узник за имя Христово, Павел Фролович Захаров. В первые годы пробуждения нашу церковь посещали служители братства Шалашов и Захаров. Через этих братьев Господь много утверждал общину в истине, свидетельству Дети Божьи церкви города Киселевска. Мы, переживающие о состоянии церкви, собирались с небольшим кругом для молитвы. На эти общения приезжал Павел Фролович Захаров и другие братья. Они рассказывали об общебратском движении пробуждения, которое воздвиг Господь по неизреченной милости Своей, вспоминают сестры-старицы Павлодарской церкви. Благословенными служителями, содействовавшими пробуждению церквей Молдавии, были рабы Господни Сильвестр Харлампьевич Цуркан и Григорий Антонович Руденко. Когда в нашей стране началась работа по пробуждению, Григорий Антонович принял в ней активное участие. Однажды в доме собралось 17 членов Кишиневской церкви, и он зачитал им первое послание инициативной группы.
Мы так загорелись, захотелось петь, проповедовать, плакать, радоваться, признаются через столько лет некоторые члены церкви. Это было как раз то, что все мы ждали, чего искали. Усердно содействовал пробуждению церквей Украины пресвитер Одесской общины Николай Павлович Шевченко. Служители инициативной группы с первых посланий церкви ясно обозначали цель начавшегося движения – обрести общение с Богом, обрести Его присутствие в церкви и достичь единства всего народа Божьего на пути святости. Мы стали инициативниками потому, что отозвались на инициативу Духа Святого и, откликнувшись на Его зов, пошли по пути покаяния и освящения, дабы полней обрести присутствие Божье в сердце каждого верующего и всем братством, изъяв себя из послушания миру, в целом отдаться под водительство Божье. Однако эту независимость пришлось тяжело и неуклонно отстаивать. Недруги, уже привыкшие господствовать над наследием Божьим, обрушили жестокие гонения. Но Дух Бога Всевышнего вселил в сердца детей своих великую силу и жертвенность. На алтарь живой церкви они не только несли плоды служения и труда, но и полагали жизнь, проливали кровь и слезы. И мы славим Бога за эту жертвенность. Гонения на христиан не имели границ. Приходя в собрание верующих, милиция, дружинники поднимали их с молитвы, переписывали, выгоняли из помещения, часто с применением физической силы, наполняли ими автобусы и везли в отделение милиции. Часто, еще в пути на богослужение, христиан хватали и увозили, не допуская таким образом проведения собрания. Милиция устраивала иногда настоящие погромы общения с избиением верующих. Подобными действиями обычно руководили работники госбезопасности и уполномоченные по делам религиозных культов. В продолжении длительного периода постоянные разгоны богослужений испытывали дети Божьи Ростовской церкви. В 78 году собрания верующих нарушались в течение всего года. Дом, в котором собирались верующие, был конфискован. Пять раз дети Божьи воздвигали легкие строения для богослужений, и каждый раз жестокая рука гонителей разрушала их. В городе Киеве с мая 66 года по июль 67 за участие в богослужебных собраниях 90 человек отбыли по 15 суток в КПЗ. Мая 68 года в городе Челябинске во время богослужения отряд милиции в количестве 62 человек во главе с уполномоченным по делам религиозных культов ворвался в дом, хватая и выбрасывая верующих на улицу. Некоторые братья были избиты дубинками, хозяйку дома оштрафовали. Только в марте 78 года были посажены на 10-15 суток более 70 верующих ростовской общины. Бывало так, что из одной семьи одновременно отбывало срок по 3 человека. Власти не щадили ни стариков, ни многодетных матерей, ни подростков. В городе Харькове в 79 году на праздник Вознесения Христова было разогнано богослужение и арестованы на срок от 5 до 15 суток около 30 христиан. Подобные факты не были исключительным явлением, а обычной жизнью братства в годы гонений.
Каждая община, хранящая верность Христу, испытывала подобное. Гонители посягали также на дома верующих, предоставивших кровь для церкви, отбирая или превращая их в руины. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Царь царей, простерший над землей чудный небесный шатер, не имел крова над головой в этом мире. Невеста Христа, Церковь, следуя Его путем, также переносит подобные лишения. За годы гонений были конфискованы дома верующих, пригласивших церковь проводить богослужения в городах Владивостоке, Кривом Роге, Подольске, Узловой, Туле, Новосибирске, Дедовске, Харькове, Сдолбунове, Кропоткине, Омске, Ростове, Челябинске, Рязани, Джамбуле. 17 марта 1966 год. Город Барнаул. К молитвенному дому, где проживала христианская семья, неожиданно подъехали бульдозер, машина. Сотрудники милиции, дружинники, ворвавшись в дом, в котором находились старушка и малые дети, стали спешно вытаскивать вещи. Сестру-старушку и кричащих детей увезли на другую квартиру. Прибежавшим верующим предстала ужасная картина. Дом крышей уперся в собственные развалины. Во дворе видны разбитые банки с консервацией. В селе Ивановка Черниговской области гонители разрушили дом ревностного христианина Дейнеги, но ненависть их не иссякла. Хозяин разоренного жилища слышал много угроз в свой адрес. Каждый день жизни этой семьи был насыщен страданиями. Осенью 1976 года народ Божий со скорбью узнал об умышленном убийстве верного свидетеля Христова Николая Яковлевича Дейнеги. Много раз гонители разрушали легкое строение, где собиралась Кишиневская церковь. Однако богослужения на этом месте продолжались под открытым небом. Тогда рука гонителей посягнула на дом семьи, предоставивший место для церкви. Молитвенные дома разрушены также в городах Ростове, Алма-Ате, Иссыке, Перми, Джасказгане, Одессе. Гонители сравняли с землей также строение легкого типа, где находила приют церковь в городах Краснодаре, Тирасполе. Но не смогли они под обломками молитвенных домов похоронить упование народа Божьего. Об этом свидетельствуют расцветшие общины в этих городах. Еще одним методом борьбы с церковью были штрафы. За посещение богослужений, бывало, штрафовали родителей и детей одновременно,
многодетных матерей, пенсионеров и инвалидов, несовершеннолетних детей-школьников. В счет штрафов неработающих детей и многодетных матерей-домохозяек конфисковывали имущество. Старец, служитель Казанской церкви Сучков Василий Степанович, предоставлявший дом для богослужений, писал в правительство страны. На протяжении ряда лет меня штрафуют всякий раз на сумму 50 рублей. Я сбился уже со счета, сколько раз меня штрафовали. Мне 75 лет, инвалид второй группы. Пенсию получаю по инвалидности 30 рублей. Из них 10 рублей вычитают на штрафы. Ежедневно 13 копеек уходит на лекарства. Остается 50 копеек на день. К 75-му году сумма штрафов Казанской общины составила около 8 тысяч рублей. В 74-м году во время отбывания заключения Григория Васильевича Костюченко его жена Люба, имевшая 7 детей, была дважды оштрафована за молитвенное собрание в их доме. Местные власти приехали на машине для изъятия имущества. Счет штрафа забрали поросенка. Лишенные часто самого насущного, многодетные христианские семьи склонялись перед Отцом Небесным, принося Ему всю скорбь, все нужды, и по верному Его обетованию никогда не были оставлены заботой Господней. Многие дети Божьи расхищение имения принимали с радостью, зная, что есть у них на небесах имущество лучшее и неприходящее. Немало страданий перенесла церковь из-за обысков. Дома верующих могли быть обысканы в любое время дня и ночи. Обыски и осмотры домов часто производились без всякой санкции. И бывало, даже в отсутствии хозяев. 24 января 73 года в доме родителей Вани Моисеева был произведен обыск, при котором забрали многие письма, фотографии Вани, магнитофонные ленты с записями, чтобы уничтожить всякую память о его мученической смерти. Также прошли обыски во многих городах страны – в Кишиневе, в Тирасполе, в Бендерах, в Краснодаре, в Бресте, в Гомеле, в Минске, в Светлогорске, в Могилеве, в Луцке и других городах. Изымалась не только духовная литература, столь необходимая народу Божьему. Рука гонителей простиралась и на другое имущество верующих – музыкальные инструменты, радиоприемники – фототехнику, настенные тексты, деньги. Судьба христианства со дня его возникновения никогда не была простой и легкой. Мир вновь и вновь распинает Христа в лице Церкви. Она же, воплощая в этом мире истину, миру не принадлежащую и непонятную, не могла избежать гонений. Путь Церкви отмечен подвигом бесчисленных мучеников. О тебе! Гонения, обрушившиеся на церковь в нашей стране, вызвали мужественных ее сынов на защиту учения Христова. С особой озлобленностью дьявол бросился на тех из народа Божия, кто был праведен, чье сердце Господь видел верным, непоколебимым, стойким. Мы
чтим память ушедших в обители Господни, подвижников возрожденной Церкви, оставивших нам пример веры, достойный подражания. Блажен, кто верил в свое дело и свое служение Господу, кто приговорил себя не только к узам, но и к смерти за имя Его. Николай Петрович Храпов. Лютая буря гонений не смолкала в его жизни, била в лицо снежной метелью Колымы, песчаной вьюгой Бухары и Мангышлака. С 20 лет, одевший арестантскую форму, Николай Петрович провел в узах около 30 лет за имя Христово.